Приветствую вас. Давайте разберемся в вопросе. Почему со мной знакомы столько проблемные девушки? Те, у которых развод, неудачные прошлые отношения, они обманывают меня насчет чувств ко мне, пытаются использовать. С другими парнями параллельно близко общаются. Я пробовал выбирать тех, кто нравится внешне, тех, кто не стерный тоже. Я так больше не могу, у меня ощущение, что я останусь одинок, что ни одна меня не полюбит. За 5 лет у меня не вышла ни одна попытка отношений. Даже когда все выясняется, девушки не изменяются. Они как будто бы не понимают, что делать мне больно. Что мне сделать, чтобы это прекратилось? Что? Ну, для начала я думаю, что прожить ваши чувства, прожить боль, это можно сделать с психологом. Вот, дабы вас это не тянуло назад, дабы вас это не нагружало сверх меры дополнительно. Вот, это первое, пожалуй, что можно сказать. И второе, что можно сказать, это то, что есть, конечно, у вас проблемы с самооценкой. А вот есть у вас проблема с потребностью в любви. Вот. И вы пытаетесь эту проблему решить за счет девочек. На мой взгляд, по крайней мере. Соответственно, в этом ключе и нужно действовать, в этом ключе и нужно двигаться, как мне кажется. Вот. Вам. То есть, чтобы это прекратить, нужно разобраться в себе, на мой взгляд. Такая вот история, такой ответ, я думаю. Мне кажется, также, что ситуация связана еще и с тем, что вы воспринимаете девушек просто как девушек. То есть вы не воспринимаете девушек как личности в этом смысле, к сожалению. Это вот большая проблема, на мой взгляд. Вам бы больше личностного общения. Ну и есть у меня такое ощущение, что вы ставите себя ниже. Изначально вы ставите себя ниже девушек. Тоже это влияет. На то, как вот относятся к вам, на то, как воспринимают вас и так далее. Мне кажется, что тут тоже есть в этом смысле проблема. Такая достаточно серьезная проблема. Вот как-то так я бы ответил вам сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, всего самого доброго.